История моя началась в Лондоне не так уж давно. В то время я жил со своим питомцем в холостяцкой квартирке неподалеку от Риджент-парка. Это мой питомец, Роджер. Роджер Рэдклифф. Нет, я тот, что с пятнами. Меня зовут Понго. Необычная порода. Какая стильная порода. Я решил, что так или иначе они должны познакомиться. Ну, что ж, пошли, предатель. Отпустите немедленно! Слушайте, я только... Куда вы? В болезни и здравии. И посвятить себя только ей до скончания дней ваших. Где щенки? Они уже появились? Я знаю. Этот жуткий домишко – твой сказочный замок. Стервелла де Виль, лучше бы быть ей за тысячу миль. Если мы сделаем такой манто, то получится, что на мне твоя собачка. Няня! Я хочу все закончить сегодня! Родились! Малыши родились. Ты отец Понго! 14! 15! И многодетный папаша! Вам не по карману их содержать? Вы еле концы с концами сводите. Ставьте себе этих тварей! Да они же у вас беспородные! Нет пятен! Совсем нет пятен! Какие-то ужасные белые крысята! Детей я терпеть не могу. Вот они, Хорас, смотри. Вышли прошвырнуться вечерком. Вот видишь? И? Отдай! Надень свой. Давай мешок. Полиция! Помогите! Щенята! Полиция, кто-нибудь! Что может полиция? А что мы можем сделать? Да и кто вообще может что-то сделать? Призя, ну домой! В чем дело, Дэнни, чья телеграмма? 15 щенят-далматинцев украли! Понго! Эй, кто к нам пришел? Две пятнистые гиены! Это она! Стервелла! Хорас, братан! Сдается мне, что нам тут не рады! Целься! Залп первый! Залп второй! Мы все-таки околпачим старую ведьму.
Ах, вы крошки. Я вижу вот пятно, а вот еще 101. Из всех по ночь бежишь ты, этих маленьких пушистых. Молодец. Я ищу проклятых дворняк сама. Где они? Где они? Ну где же они наконец? 99? О, их 101! То есть, как это их 101? 101 далматинец.